Есть удивительная история, связанная с этими часами. Мы закончили проект, полностью восстановили, создали новый корпус. Он из золота 18-каратного на оригинальные старинные карманные часы Breguet. И вы же понимаете, что такую модель механизма не может делать обычный мастер. Даже мастер с высокой квалификацией не может их сделать и правильно настроить. Мы отдали самому лучшему мастеру, который мог это сделать. И он сделал. История этих часов такова, что их возвращали, покупатель возвращал их на Breguet 3, по-моему, раза. И их ремонтировали. Обычно это не стандартная история, то есть это означает, что в них есть какая-то проблема. И мы нашли эту проблему и устранили этот дефект. Непосредственно мастер это сделал. Часы не отбивали последнюю получетверть и останавливались. Он нашел, исправил, изменил слегка конфигурацию, то есть он изменил немножко узел этот, и все заработало. Ну, это просто космическая работа, очень сложная, и мы с ней справились на ура. Вот такой проект сложный, вымотал всю нашу команду. Мастер не спал, не ел очень долго, но сделал все отлично. Самый, наверное, трудоемкий проект. Все сделано вручную. Смотрите, какая гравировка. Удивительная красота. И мы дали жизнь, новую жизнь старинным часам. В следующем году, в 24-м, этому механизму будет 200 лет. Ровно 200 лет будет в 24-м году. Теперь он отправляется к клиенту. Он будет точно очень счастлив и рад. Я в этом уверен, потому что мы тоже все очень счастливы и рады, что поработали с этим проектом. Давайте напоследок. Оп. 200 лет. Сумасшедшее качество деталей, и Breguet характеризуется тем, что он никогда не делал одинаковых часов. Даже если с виду они одинаковые, конфигурация их полностью отличается.